for you, baby. You gotta stop this heartbreak deep inside. You gotta help me make it through the night. Save me. Come back and save me. Где-то с той стороны реки там олени пробегали. Опушка леса. Водичка журчит. Солнышко уже садится. Красота. Ой, кто там сидит на поляночке? Неужели мои сладенькие? Лисоньки мои. Привет. Мои золотые. Что ты там делаешь? Неужели ты кушаешь? Ты уже опять проголодалась? Ты опять проголодалась? В интервью до острова. Зисоньки мои, вы что там кушаете на полянке? Хлеб. Да? Да. Ну расскажи пару слов. Где вы сегодня были? На Жерикарте, в доме бабушки. Да? Хороший домик, он мне понравился. Да? Я купила за 10 тысяч. Много хочешь? Много хочешь? Да? Вот этот, который они показали, тоже за 10 тысяч купила бы, может быть. Бабушкин луч. Сначала бабушкин. Да. Ха-ха-ха, мои золотые. Чего вы там кушаете? А мне оставишь? Она хоть тепленькая, нет? А что? Нет. Бабушка хочет. Говори. Еще говори. Что ты там ковыряешься? Все холодно? Мясо? Холодно, невкусно, да? Вкусно. Вкусно, да? Какое остро? Птички поют. Комары едят. Здесь нет комаров. Откуда здесь комары? Комарики. Меня укусил. Куда? Комарик. Что ж ты там сготовила, мои сладкие? Вы там хоть такое мясо вкусное. Где? Ну, я говорила, не надо было жир брать. Надо было мясо забрать, и все. И все? Вкусно, да? Ты мне оставишь кусочек? Угу. Да? Покажи, какое вкусное. Не, покажи пальчиком. Ну-ка. Ай, ты мои сладкие. Давай. Как ты сытно кушаешь? Так и скушаешь. Не оставишь? Да. Вон наша машинка. А небо какое голубое, смотри. Небо. Голубое, голубое. А вот сейчас нет тучек. Небо такое яркое. А днем были. Небо красивое. Под елочкой. Опушка леса. Скоро осень уже, да? Здесь будут яркие, красивые цвета. Мы, наверное, приедем через дней 10. Здесь будет очень красиво, правда? И вот мы опять в нашем новом доме, в
Мы сегодня уже отдали депозит и, в принципе, оплатили чеки наперед. И будем здесь уже жить после 7 октября. Это спальня, в которой мы сегодня спали. Это детская или игральная комната с автоматами. Это коллекция в автомобиле, он их завернул. А это телефон-автомобиль. Это игральные автоматы. Они остаются, мы будем играть. Зоя любитель. Это ливинг-рум, стоечка. Здесь диванчики. Красивая комната. Это ливинг, очень большой ливинг. Кухня. Очень большой ливинг-рум. Большой ливинг-рум. Красивый. Со всей мебелью, со всей обстановкой. Даже новый домик. Это кухня. Пано. Это ливинг со стороны кухни. Очень красиво. Это со стороны улицы. Это порч. Вот это весь участок. Соседний дом. И вот та корзинка с цветами тоже входит. Вот здесь хорошо. How are you? Very nice. I relax. You relax? I sleep. What you do here? I sleep. You sleep? Yeah. You sleep in this house? I saw swans. You won't buy this house? Or you buy? Okay. Okay, nice house. I like him. Hi, Jerry, how are you? I'm fine. Good. Lots of luck on your new house. Yes. Yes, thank you. Thank you. It's a good house. I love this house. Yeah. Yeah. Talk, talk a little bit. Это talk. Считается okay. Первый, это считается дом или это считается не дом? It's mobile home. Yeah. Mobile home. Yes and no. It's called a prefab. What is it prefab? Prefab. Prefab? What is prefab? Prefab is, in other words, it's put together someplace else. Yeah? In other words, it's built someplace else. And then they bring it here and they put it together. A mobile home is what you drive, in other words, like a trailer, you drive it. Okay. And then you park and you go to sleep in it at yeah. night. Yeah. That's like a mobile home. Uh-huh. I understand. You finish the building, and he buys a trailer from that. Это сарайчик. До этого дерева. Наш участок. Хотят все деревья. Зоя, hi. Hi. How are you? You like this house? I like. You like this house? Я не хочу уезжать. Why you don't want? Yeah? Okay. Ты сегодня хорошо позавтракала? Хорошо выспалась? Да. Тебя себя сюда только привези. Да, меня привезли, я здесь останусь. Ну, выйди из-под деревяшки. Ну, давай уже бегу.
Be kisser, okay. Окей. Начиная с этих цветочков, да? Да. Такой джип хочешь? Джип, да. Он тебе может оставить его. Спроси у него, он тебе оставит его, и джип тоже. Нет, не надо. М? Да? Хорошо. Yeah. Okay, let's go. Ты любишь, не любишь? Потом снимешь, когда слышишь. Ну все, начинает. А посмотри, какое озеро в окрестностях. Меня сними. Да, красивейшее озеро в окрестностях. 5 минут. Можно пешочком даже пройти. Целое водохранилище. Красота изумительная. Дорога. Красота. Там долина, да? Сегодня в дымке, видишь? Сверчки поют, а? Красиво? Нет, здесь хорошо. Да? Расслабляться здесь. Да. Здесь езди погулять. Боже мой. Красиво. Сюда надо стариков. Тебе нравится здесь? Мне нравится. Вот они пусть выйдут здесь и гуляют. Стариков, давай пару слов интервью скажи. Ну пошли. Окей. Да. Зоя. Это наш Джерри. Горная дорога. Two hundred years ago. 200 years. Окей, go. Окей. Пошли. Да? Окей, помаши ручкой. Где? Там реклама. Это из машины. Красота. It's very nice. Очень красивая дорога. В октябре здесь будет очень красиво. Вокруг лес, горы. Did you go into lock? Это окрестности нашего места красивые. Этот замечательный период нашей истории, период массовой алии Советского Союза, напоминает нам слова песни, которую мы пели и в трудные, и в радостные времена. И то, что вы сегодня здесь, с нами, только усиливает смысл этих слов. «Од Авину Хай, Ам Исраэль Хай». Еще отец наш жив. Еще народ Израиля жив. Hello.
нажми кнопочку. А здесь красивая улочка, видишь? Там мотоциклист, он хочет нас обогнать. Вот так, такое же деревце. А что это за деревце? Ты не знаешь, пусть он обгоняет нас. Красиво, видишь? Спасибо, домик. Думает, что он здесь снимает? Вместе с Алим. Иди, Саньки, что ты там думаешь? Иди, Сале. Что там думаешь? А? А ну-ка, ты сегодня симпатичная такая девочка. Что там думаешь? А? Ну, пару слов. Потом скажешь, какая смешная. Ну, пару слов. Я такой, релакс. Релакс такой? Балдеешь, да? Привет, где Саньки? Где Сале? Ты где была? Хай, хай, хай. Cheers, please. О чем ты задумалась? Сено. Где? Видимо, для коровки. А это еще одно озеро.
Ой, какое красивое. Смотри, какое красивое озеро. Еще одно большое озеро, красивое, да? Большое озеро, правда? Красивое. Там домики такие, смотри вокруг. Мы поехали вокруг реки, вокруг озера. Парусник там. Домики там. Дачки красивые. Уже скоро осень, сегодня 20 сентября 98 года. Мне нравится. Да? Отдыхать здесь, смотри, шикарно. Здесь комьюнити тоже какая-то, да? Я бы даже здесь жила. Да? Да. Домики такие тоже хорошие, да? Прямо на берегу реки, главное. Видела? Там лес, видишь? Хорошо. Прекрасно. Тебе нравится? Воздух здесь. Классно. Смотри, одуванчики растут. Ты видела одуванчики? Да. Смотри, какие одуванчики. Смотри, там, видишь, вот тот вот домик, с той стороны мы фотографировали. Вот туда далеко, видишь? Красиво там, вот. Да? Пойдем ниже спустимся, Зоя. А? Пойдем ниже спустимся, Зоя. Пойдем. Потом, а снизу там же. Кроссовках легче ходить. Так, 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 куда ты покатилась? Ой, ой, ой. Нельзя купаться? Ну там глубоко, наверное. Там, наверное, глубоко. А вот здесь он говорит, можно на лодке кататься? Да, можно. Воздух какой свежий. Вон тот домик, смотри, какой. Это с той стороны мы фотографировали сейчас. Ой, парусник какой, смотри. Он плывет на парусах. Смотри. Меняет направление паруса, видишь? Поплыл сейчас в другую сторону, назад поплывет. А если сильный ветер? Там... прям на парусах, так, с ветерочком, да? Красиво. А? Боечка, куда ты побежал? Или что? Давай, 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 спускайся ниже, 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 ниже.
Ой, молодец, ой, умничка. Давай, иди погуляй. Смотри, вон там порч, видишь, на берегу? А, да-да-да. Посмотри, где да-да-да? Вот, рядышком. Ну, я вижу, вот. Видишь? А у него домик вон, видишь, выходит? Вот, видишь, прям вон он, его домик, вот, наверное. Вот тот, ты думаешь, или вот этот? Нет, вот тот, он красненький. Купаться, купаться нельзя. Ну, там дно, наверное, нехорошее. Да, может быть, там ямы, знаешь как. Да, какой красиво. Иди сюда, Зоя. Иди сюда. Позагораем здесь немножко. Вон он приплыл, он здесь живет, вон, видишь? Приплыл. Он там живет, вон его там домик, видишь? Здесь частный пляж какой чей-то. Где там? А вон, ну, вот куда ты смотришь, туда. Вот туда? Ну, не знаю, там люди живут. Да, идем уже? Ну, помаши ручкой. Мне помаши, куда ты полетела? Хочешь сесть на лодочку, покататься? Прям на реке. Это не дом, наверное, здесь строят, да? Красиво. Это домики прямо на реке. Красиво здесь это. Тут вот дом красивый. Здесь какой-то мотель очень красивый. Вот он, смотри. Это кондоминиум. Кондоминиумы. Видишь, у него башни такие красивые. Я держу. А я не смотрю. Видишь, какая красота. Ой. Скалы красивые. Ой, ну, съехали. А? Да нет, я же не вон все, как. Положи камеру. Красивая дорога, да? Видишь, река там. Монеты. Дорога просто.
Ехали в море с кораблей. Мальчишка лишь в загороде ты ловил их где-то на дне. И на гранитном парапете он ждал под вечер весь дрожа. Кокетку, милую кокетку, чтобы отдать ей слов не до гроша. Сокровище черного моря мечтает, мечтает он найти. В сокровище черного моря, чтоб ветреное сердце покорить. Любовь ставит крепкие сети, не море увидит он во сне. Уйдет дарный закатом волны за горами на просьбы его. Оставь наивные надежды Сестровинского Ленинградки твоим невидяки. В таверне мне большие деньги за любовь предлагают моряки. Сокровища Черного моря мечтает, мечтает он найти. В сокровища Черного моря, чтоб ветреное сердце покорить. Любовь ставит крепкие сети, не море увидит он во сне. Уйдет до рассвета любовь, как монету искать в этом городе камней. Доброе утро. Сегодня 11 октября 1998 года. Наступила осень в нашей деревне. Посмотрим, как красиво вокруг нашего дома. Все в золоте. Красотища неимоверная. Лай собаки, солнышко яркое-яркое такое светит, осеннее теплое солнышко. Боря! Зоя вас ждет, она уже уезжает в полицейский. Да? Так где меня Зоя ждет? Там. Ну, и с кем она уезжает? В полицейский. Да? А как тебя зовут? Я... Аделя. Аделя! Ну-ка, посмотри-ка. Куда же ты поехала? Там спортсмены бегут. Привет спортсменам. Пошли. Смотри, какая природа. Смотри, какая красотища кругом. Коля, вы ж не позанимаетесь. Ой, как... Какой яркий, красивый кустик. Осенние цвета. А что же там в горах? О, какая красотища. Красотища изумительная. Коряга интересная. Тоже беги. А? Ты тоже беги. Это чей, ваш дом, да, Аделя? Да. Тебе здесь нравится? А? Тебе здесь нравится? Да. How are you doing? А это подготовка к Хэллоуину. Люди разукрашивают. Умничка ты моя!
А здесь очень сухо, хорошо, правда? Да. Класс. Куда ты бежишь? Пошли в обратную сторону. Быстро бегом. Боря так не занимается. Все. Домик из запутанной паутины. Красота. Это к Хэллоуину они готовятся. Американцы. Вокруг горы. Шикарно. Это поляночка. Красивая. Осень, осень. Унылая пора очей очарования. Корень красивый. Птичка сидит, домик. Скворечник. Пан спортсмен мой. Что там? Ой, какая красота. Так что, они готовятся к Хэллоуину? Ага. Да? Подожди, подожди, подожди. Вон, смотри, в паутине затянут. Это кто такой? Хэллоуин или Хэллоуин? Ой, где-то речка журчит. А где же она? Давай поищем. Где-то рядом. Вот. Мы уже близко, у воды. Лес. Опавшие листья. Осень наступила. Красота какая. Вот она, речка. О, какая красота. Вода журчит. О май гад. Горная чистая вода. Красиво, да? В лесу здесь, да? Так успокаивающе журчит водичка. И даже лодочка есть на берегу. Даже можно покататься. Правда, ее залила уже водичкой. Телега. Дом номер 119. Лодка большая. Когда много воды плавает по этой реке. И прицепом просто. Посмотри, как они летят. Это гуси, да? Небо голубое, голубое, облака плывут. Вижу, зисоньки, мои сладкие, что вы здесь делаете? Я? Да? Домой приехал к себе. Да ты что? Да. Ничего себе, это все твой домик. Ого-го-го-го-го-го. Так подожди, это машина? Ой, это же наша машина. Ай-яй-яй-яй-яй. Да? А ты что, с Exercise приехала? Да, я уже. Прибежала. Ну-ка посмотрим твой домик вокруг. Хороший домик. Большой. Это верандочка, очевидно. Да?
сарай там есть. Деревья есть на участке. Интересно, какие-то райские яблоки. Да. Красотища. Ну, какая красотища. И там же горы видны между деревьями, покрытые серебристыми разноцветными лесами. Красотища. А небо какое голубое. Я посмотрю, облака прыгают, смотри. Ой, какое красивое голубое небо. Здравствуйте, мои солнышки. Здравствуйте. Что вы здесь делаете? Что, завтракать будете на улице? Смотри, какая теплынь, а? Да. Ясеньки. Правда? Да ты что, серьезно? Слышишь, а надо вот эту траву, наверное, подметать, или не надо? Ну, у тебя веник есть? У меня он в машине. У меня в машине есть веничек, можешь принести, подмести. Да? А? Как ты себя чувствуешь? Я очень хорошо. Завтракать будешь? Что ты хочешь позавтракать? Вот это ты прочитала мои мысли, видишь? Что ты хочешь? Я хочу что-то вкусное. А что ты можешь сготовить вкусненько? Хочешь, я тебе рыбку сделаю на гриле, хочешь? Хочешь. А можешь рыбку сделать на гриле? А ну-ка, где гриль там у тебя? Доставай, доставай, доставай. О, где гриль? Хороший, да? Колокольчики как звенят, слышишь, да? Я не могу зайти. Конечно. А как же ты? А тут та дверь же открыта с той стороны. Иди вокруг. Вдруг так тоже. Я не знаю, как гриль. А, он не купил, он же газовый. Конечно. Так как его? Сейчас посмотрим. Кнопочку надо, наверное, нажать. Наша игральная комната. Спальня номер 2. Это наш ливинг. Большой ливинг. На кухне где-то возится в зеркальном отображении. Что
Что же ты там азисоньки жаришь, а? Солнышки. Рыбочку, мои сладкие. На завтрак, да? Да. Вкусно пахнет? Надо включить мультик, да? Кухонька. Рыбка жарится. Ты будешь капучино? Да. The bathroom. Туалет. Real hot performance on that record. Johnny Otis Show with Willie and the Hand Jobs. We're going to switch our focus again so we can pick up our special artist profile of Simon and Garfunkel. Now, even though the duo Garfunkel, I think it's petty stuff. We're like everybody, you know. We suffer from overexposure. We suffer from getting tired of working together a lot. We need refreshment from time to time. We have a lot in common. We have a lot of feeling, affection, and knowledge of each other. You know, it's the good and the bad of a deep relationship. You weren't born yesterday. So why take a multivitamin? Это наша спальня. Today there's Radiance. Radiance, the first truly multiple vitamin in years. Leading regular tissue. That's weird, Frank. Watch when I wet the leading regular tissue and try to lift a dozen wooden blocks. You just missed the baby. And when I lift the same blocks with this Wet Puffs Daily Care. Красиво там? Так покричи. Ау. Я не думаю, барбекю разделали дома. Зисеньки. А-а-а. Но. Пошли, будешь. Милая пора, очей и черва. Осень. Красивая рот. Независимо. Независимость. Мы где находимся? В какой стране? Так уж. Что ты думаешь? В стране независимости. А если я сейчас вдруг стану независимым? Вот я хочу сказать, что ты все по любви. Зол Зангит. Это нравится, но мне нравится. Еще раз повторить. По любви, вот поэтому... Пустой в стороне, кайцы,
Да. Ой, я. Стоп, кадр сделан, музыки нет.
Спасибо.